Ребятки, всем привет! Ну что, миссия называется «Быстрее 18 век». Играем за французов. Союзники Бавария. Так, играем против англичан, шведов, русских и поляков. Ох, нихера себе, 14 против нас. Так, ну здесь цель очень-очень легкая. Быстренько 18 век и херачить их. Почем не зря, да? Ладно, вперед. Так. Нам нужно как можно быстрее перейти в 18 век, а затем уничтожить альянс англичан, шведов, русских и поляков. На переход в 18 век у нас есть 10 минут, на протяжении которых нас будут прикрывать баварские войска. Король Франции возлагает большие надежды на вас в случае успеха не замедлить с вознаграждением. Так, ну что ж, в принципе, все довольно-таки лаконично и понятно, в отличие от... миссии с названием «Царский указ». Пиздец, такую миссию еще поискать. Так. Ну что ж. Довольно-таки... ну, пока что. Пока что, ребят, на первый взгляд все кажется довольно простым. Так, блин, вот прикол в том, что я, видите, всегда, как правило, строю 4 торговых центра, но в данном случае у меня не хватает камня. Так, а там наши союзники, да, я так понимаю? Так, шахты. Ага, 2 шахты с золотом сразу. Раз, два... 3 шахты надо позанимать. Так, не теряем времени, сейчас сразу на камень золота всех красавчиков. Слушайте, а вот мне интересно, если я в течение 10 минут не перехожу в 18 век. Что, типа, все? Полная джопа настает? Или что? Так, что мне не хватает для торгового центра? О, дерево. Нужно до хера дерева, ребят. А, так, вот я вот здесь, наверное, несколько складов все-таки построил. Ну я понял, короче, дерева пока в принципе нету. Да строй ты быстрее, блядь. Так, все, кто не занят, бегом дерево собирать. Блин, мне бы хорошо казармы построить. Так, нас пока охраняют. 10 минут у нас есть, да? Пиздец, целых 10 минут. Не, ну... видите, о четвертом торговом центре, я думаю, пока можно и не мечтать. Нет у меня пока на это денег, в принципе. Слушайте, там это стоит. Многоствольная пушка, прикольно. Шахты золотые я все-таки сразу, ребят, прокачаю. Это нужно сделать обязательно. Обязательно. Так, кузницу. И рыночек, да? Сейчас сделаю рыночек и сразу, короче, начнем делать жесткие апгрейды. Будем менять там всякую херню. Так, что мне там для торгового центра? А, 18 тысяч, елки-палки. Академию надо строить. Так, склад есть, это есть, это есть. Я не знаю, надо, не надо, одну избушку сделаем. Академии что-то нету. А, потому что кузницы не было, все, вопросов нет.
А, не академия, не казармы, казармы нужны. Так. Это, короче, штатная расстановка, да, две казармы. По штатной расстановке. И бегом строить академию. Так, давайте смотреть. Давайте смотреть. Чем быстрее я поставлю академию и прокачаю добычу дерева и камня, тем быстрее у меня экономика пойдет вверх. Войска. Блин, ну войска, конечно, тоже надо уже начинать строить. Во. Дерево вкач сразу. Три параметра. Первое — это дерево. Второй параметр — жрачка. Нет, второй параметр, наверное, все-таки будет камень. Мне надо перейти в 18 век. Это самое главное. После этого я уже смогу что-то, короче. Так, месторождения нахер идут пока. Так, золото 1500 есть. Еда 4200 есть. Уголь 12 нужен, да? Для камня. Ну, ладно. Хрен с ним. Нет, слишком медленно растет. Придется еще 1000 железа поменять. Так, где еще залежи камня есть? Во! Все-таки есть. Камень еще нужен. Еда пока есть, терпимо. О, прошло 5 минут. Так, сделаем сразу сейв. Дерево 4900. Ладно, пункт наемников сразу, наверное, сделаем тоже. Это нужно сделать. Так, троих в шахту. Так, все, прокачал я и то, и другое. Сбор еды, так даже сразу, ну, сразу, короче, тоже. Так, что мне нужно для 18 века? Для 18 века мне обязательно нужен вот этот блядский собор Парижской Богоматери. Время постройки здания минус 75%, блядь, 9000 золота. Где я его, блядь, возьму? Ваших 9000 золота. Блядь, конюшню еще надо, точно. Для 18 века еще нужна конюшня. Ладно, скрытые месторождения тоже сразу качну. Посмотрим, сколько у меня шахт еще не занятых. А, ну вот, уже вижу. Уже вижу одну угольную шахту. Прошло 6 минут. Сейчас начнется, ребят, веселье, отвечаю. Надо войска потихонечку делать, я так чувствую. Иначе я просто-напросто... Блин, угля вообще нет, ребята. К
Кстати, вон, посмотрите, сколько там шахт. Охереть можно. Раз, два, три, четыре. Четыре шахты. Так. Первым делом надо построить конюшню. Хочу я, не хочу. Так, эти пацанчики сейчас все пойдут на шахты у меня вот на те. Сука-то быстрее, блядь. Вот уже 7 минут прошло. Так. Вы же, мать вашу, артиллерийское депо строим. Так, а мы идем занимать те шахты. Тут вон их овер до хера. Так, ну что можно сказать? Все, мы можем переходить в 18 век, только мне нужно 8500 золота, еда 60 тысяч, пинзес и железо 7 тысяч. Значит, тогда мы все на еду сейчас гробим. Дерево. И камень. И все равно мне не хватает. Значит, золото 8,5, которого нет. Еда 60. И железо 7. Уголь, значит, можно, да? Минуты. Еды нет туда. Так, давайте смотреть. Золото 8,5 нету. А железо 7. Значит, 2000 я сразу могу на еду потратить. Блять, ну мне все равно не хватает, я не знаю. Мне все равно не хватает. Прокачивать что-то уже смысла нет. Так, ну шахту, допустим, я занял, и чё? Ой, блядь. Так. Дерево. Камень ушли. 57, а надо... 60, да? Золото 8500 у меня есть. Железо, кстати, 7500. Я 500 железа сейчас.
500 железа на 600 хотя бы единиц еды. Вот 58. Теперь уголь. О, все, ребят. И вот сейчас мне должно хватить. Скрещиваем пальцы. Все, понеслась. Я успею, сука. Поздравляю вас, вы перешли 18 век за 8 минут 49 секунд. А, 43 секунды, похер. В награду за это король Франции наградил вас 32 тысячами золотых. Бавария восхищена вашими действиями и передает свои войска под ваше командование. Так, значит, тогда сразу. Первое, что мы делаем, это шарик воздушный. На большом воздушном шаре мандаринового цвета, блядь. Мы расхерачим наших врагов. Слушайте, они сейчас, короче, начнут, наверное, жестко на нас агриться. Я так чувствую. Так, все, шарик есть. Вот он, красавчик. Кстати, сохранимся сразу сейчас. Так, ну и давайте теперь смотреть, что мы имеем. Мы имеем не наших этих самых, вот они. А они уже, кстати, войска-то, вы видите, да? Готовят к наступлению. Очень сильно готовят. Так, а мы дальше думаем, как нам развиваться. Ну, сначала я думаю, что все-таки мы разовьем экономику. Но и о этих самых не будем забывать. Скажите мне, и я скажу. Ой, господи. О войсках. Я хочу построить порт. Но мне этого сделать не дадут, как видите. Везде. Везде уступы. То есть... я чувствую, порт мне построить будет вообще не судьба. Тем более сейчас, учитывая, что у меня... нету ни хрена. Но скорость постройки зданий я сделал, уже хорошо. Так. Еда, сор. Блять, ну короче. Первое, что я сделаю, это построить 4-й торговый центр. Это надо сделать, обязательно. Не, портик вообще не вариант. Вообще везде. Его нигде. А, ну вот, да, вот здесь. Вот здесь порт построить можно. То есть, что мне надо сделать? Мне надо открыть ворота. Если я хотя бы парочку примитивных таких корабликов сделаю, ребят, парочку, то, в принципе, все. Тут, как говорится... Так. Ну, по шесть крестьян, да? Пробанем, ребята. Чё нет-то? Тут сохранюсь тоже. Ладно, тут 5 отправим. Ой, блядь, они прям рядом. А мне пока больше порт и недоступен-то. Слушайте, ну ладно, давайте построим один на этот самый. Один на рыло, хотел сказать. Нет. Значит, этот порт будет этот защищать и этот район. Вот этот порт будет защищать этот и этот район. Значит, надо строить вот здесь. Так, дерево 1700 есть, камень 1100 есть, железо 500 болт. Железо 500 болт. Камень на железо.
Все, железо тоже есть, слава богу. Ну, блядь. Тихо. А, блядь, я туплю, ребят. Я на воде собрался порт строить. Туплю, сорян. Так, я надеюсь, никто хулиганить не будет. Я, конечно, мушкетеров сюда поставлю в охрану. И я, конечно, очень надеюсь, что хулиганить никто здесь не будет. Все будет мирно, культурно и цивильно, да? Да. Так, четвертый торговый центр. Дерево 18. Час будет, вопросов нет. А, и камень 18. Ёлки-палки. О, как вы видите, уже... Так, короче, я так понял, эти козлы повыебываться решили. Эти тоже, кстати, идут, обратите внимание. А, да, 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 идут. У-у-у. Так, эти ворота мы закроем, нихер им тут. И эти тоже закроем. Британские педрилы. Ладно. Так, ну чё, порт готов. Блять, камень 18, сука. Ну что, дерево на камень менять, что ли, а? Ну это вообще ни в какие ворота. Ну-ка, давайте чуть-чуть похулиганим. Так, слегонца. Слегонца, слегонца похулиганим мы. Так, наконец-то. Так. Сейчас надо условия постройки фрегатов поставить. И все. Или сразу линкорчика херануть. Нет, сразу линкорчика, наверное. Так, дерево 2300, золото 11, есть камень. Ох, блять, камень 58, сука. Так, эти охеревшие там уже строят на всю Ивановскую. Немножечко им, так сказать, взбодрим пацанов. Чуть-чуть пацанов, так немножечко совсем. Надо взбодрить. То что-то они походу расслабились, да? Мать вашу, почему, блядь, назад не возвращаетесь? Так, сейчас мы вам устроим кардибалет. Кардио. Ключевое слово тут кардио. Или отстояли. Ни хрена себе. Так, что там по линкорам у нас? Камень 58, да? Так, ну давайте немножечко золотишко
камень все-таки. Я хочу все-таки бахнуть линкорчик. Так, 58-700 сейчас будет. А, скорость постройки кораблей в 10 раз. Блин, ребят. Я, к сожалению, не то увидел. Так, это дерево 32. Вот линкоры. Золото 6800. Ну, сейчас будет, окей. А, блядь, железо... Ёпсель-мопсель. Так, а фрегаты где? Или мне фрегаты доступны? Что-то я не по... А! Так, галера. Для обстрела крепостей. Вот и фрегат. Так, еда 22 тысячи, уголь 1200. Давайте ради интереса одну сделаем. Так, закрыть ворота. Золото 1100, железо 1000. Да, ребят, с шахтами у нас полная беда. К сожалению, в том плане, что шахты надо прокачивать. Шахты надо прокачивать. Если мы сделаем, если мы сделаем хорошую оборону, вот еще две шахты железные. То будет все хорошо. Бедолаги все строят казарму 18 века. Так, собственно говоря, что? Собственно говоря, эта база уже наша. Так, крестьянов я убью нахер. Здесь развиваться нечему. Эти два торговых центра надо захватить. Решили вот здесь развиться. Все понятно. Ну, ребятки, вешайтесь, как говорится, да? Ваше дело труба. Так. Сжечь все к чертовой матери. Так, тут наемники выебываются, понятно.
Русских я уже расхерачил. Шикарно. До казарм она не достанет, зараза такая. Ну ладно. Так. Тогда сделаем 40 гренадеров. И надо, короче, с этими козлами закачать. Вон, кстати, условия постройки фрегатов. Точно, точно, точно. Я не увидел сразу. Так, ты у нас, короче, такой красавчик, да? А ну-ка, иди расхерачь этих двух пикинеров нахер. Так. Хватит с этими, блядь, дурачками. Ага, вы, короче, такие красавцы, уже прям сюда пришли и все сделали, да? Ну тогда вперед. Так. Так, шведы уничтожены. Шведы уничтожены. А шведы это вот эти вот. Понял. Понял. Принял. Записал. Сейчас, короче, русских тоже добьем. Да и все. Видите, тут основная эта цель миссии была в чем? Чтобы перейти тупо в 18 век. Что мы с успехом сделали. Что мы с успехом и сделали. 18 век перешли. Тут-то теперь весь прикол, чтобы вот эти все нации расхерачить. Ну это мы сделаем, это вообще не... Это не вопрос. Это утверждение, конечно же, ребят. Видите, у них, видимо, они застряли в ресурсах чуть-чуть. Я же с самого начала на них напал. И чё, и все. И приказали долго жить. И приказали долго жить, долго жить, долго жить. Ля, они нас вынесли, блядь, нихера себе. Нихера себе. Вот это да. Так, надо, короче, знаете что? Надо сейчас прокачать шахты. Блин, золота нету. Почти. Знаете, что я хочу сделать, ребят? Я очень хочу сначала прокачать золотые шахты. Потом уже... Ах, вы бляди. Come on, everybody. Они мой порт херачат. Вот этих надо в первую очередь, ребят, вынести. Они мне портят, короче, всю эту самую. Пиздец моему порту. Порту, порту, не знаю. Брыкаются, блядь, сопротивляются. Ты посмотри на них. Сучара. Let's go. Ой, пора, короче, с ними заканчивать. Пора с ними заканчивать. Это все херня. Чё ты стал? Давай. Финишим! Или как там?
Kill these motherfuckers. А, ну видите, у них два торговых центра, да. То есть у них есть шанс. У них есть очень большой шанс развиться. Kill this motherfucking traitor. That's an order. Да. Так, у меня, короче, реальная цель — прокачать золотые шахты. Будет золото, будет все, ребят. Сейчас у них, короче, закончатся ресурсы, я так думаю. И все на этом. Так, все, эти казармы, короче, вообще не алё. А эти, как видите, еще сопротивляются. Ну, у них все, у них для развития ничего нет. Крестьян нет, ничего нет, сейчас ресурсы закончатся, все, жопа пришла. Так. Ага. Угу. Эти наемников еще пока выпускают. Ясно, понятно. Блять, забыл я про четвертый торговый центр. Ой, забыл. Давайте, давайте, ребятки, давайте. Let's go, let's go, let's go. Пора их выносить. К чертовой матери. Да. Пора их выносить. Пора, брат, пора. Так, что мы сделаем? Я знаю, что мы сейчас сделаем, ребят. Дерево на золото. Дыщ. Камень на золото. Дыдыщ. Кузницу захвачу, все. Лучники отсасывают против даже гренадеров. Даже не прокачанных, ребят. Даже не прокачанных гренадеров. Они тут потихонечку отсасывают. Да. Так, кстати, сюда надо, короче, что-нибудь кинуть, да? Давайте еще сделаем 50. Почему эта нация не засчитывается, а? У них кто, что тут, кто-то сныкался, что ли, блядь, я не пойму. Наверное, да.
Так, шахта идет нахер. Так, иди помогай, короче. Идите-ка, ребятки, помогайте. Знаете, я даже, наверное, могу поставить быстрый режим. Уже сейчас, как бы мне так кажется. Потому как смысла я не вижу вообще. Блять, не то прокачал. Ну ладно. Сейчас гренадеров качнем. Ну что, ребятки, ну что? Пришла пора. А мне скорее всего... Ох ты, блядь. Ох ты, блядь. Так, а где гренадеры мои? Нет, это не дело, ребят. Это полная лажа. Вот они. Так, сюда идем. Слушайте, вот интересно, конечно, да, баланс как рассчитан. То есть прикол в том, что стрелами из лука они, короче, херачат этот самый. Скажите мне, я скажу, каменную стену. Это вот цивилизации тоже такой прикол был, когда там одна нация уже имеет развитие вплоть там до лазеров. А вторая нация имеет развитие вплоть до этого самого. Да. Стрел с луками. И одни идут против других. И как-то вроде как на равных убивают друг друга. Это, конечно, смотрится очень-очень комично. Вот. Тут, конечно, не отнять. Смотрится крайне комично вот эта вся херня. Так, а что у меня по населению? А, ну еще есть, нормально. Так, тут самое главное захватить рынок, академию, шахту и мельницу. Все. Эта нация тоже наша. А, ну избушку, окей. Ну, склад, окей, блядь. Блядь, я не пойму, почему мне не засчитывают миссию. По идее, уже должны. Где-то, сука, кто-то спрятался. Как мне кажется. Так, шведов мне указали, что я их... О, скоростной, скоростной пацан. Еще один попался. Kill that motherfucking traitor. Слушайте, я не знаю. Я русских полностью уничтожил, как вы видите. Полностью, блядь. Ах ты, ёпсель-мопсель, шахта еще одна.
Все понятно. Лошара. Не увидел. Не увидел. Вот эта нация осталась. А, ну вот, все. Все понятно. Тоже не увидел. Тупо не увидел. Так, ну что ж, в принципе, миссия была неплохая. Я уже понимаю, что я ее прошел. Это вторая миссия, где вот такие заснеженные локации. Ну, довольно прикольно, ребят. В принципе, довольно прикольно. Можно было еще посильнее развиться, может быть, посильнее дать им развиться. Ну, исход-то и так уже понятен. У нас-то основная цель была какая? Это перейти в 18 век, что мы с успехом и сделали. Так что идем дальше.